Дмитрий Яковлев собирается обращаться в прокуратуру. Согласно вот этому документу, его дом по Тутаевскому шоссе больше не управляется РЭО-11. Хотя именно за эту организацию еще недавно проголосовали жильцы на общедомовом собрании. Протокол о том, что голосование прошло успешно в пользу управдома, и опять поддельная подпись. Я сам-то не видел, я вот удивился даже, ну не знаю, конечно. У меня просто нет слов. Сменить управляющую компанию оказалось не так-то просто. Идет агитация со стороны управдома, антиагитация по затягиванию вот этого процесса, всего передачи документов и по запутыванию жителей по оплате. Значит, делаются поддельные квитанции. На сегодняшний день все, что происходит, все суды мы выигрываем. Последний арбитражный суд города Кирова подтвердил решение общих собраний собственников 25 домов по выбору РЭО 11, 14 и 18 в качестве управляющей компании. Решение уже вступило в законную силу. И с мая квитанция об оплате жилья выставляет РЭО. Хочу их обратить внимание, чтобы они не торопились каждую бумажку оплачивать, а тщательно смотрели и платить только по нашей квитанции, потому что это гарантия, то, что они получат льготу, то, что они получат субсидию. Самое главное, чтобы борьба управляющих компаний не отразилась на жителях. Вскоре дома предстоит готовить к зиме. Светлана Доброхотова, Денис Лосев. День в событиях.